поселке Горняк появился скалодром. Современный стадион построили около местной школы. В самом же учебном заведении провели капитальный ремонт и полностью решили вопрос с протекающей крышей. Масштабное преобразование сегодня оценила вице-губернатор Ирина Гехт. Как дети участвовали в реконструкции, расскажем в сюжете. У нас порядка 20 с лишним школ, которые мы строим или начнем строить в ближайшее время. И востребованность большая. Старые школы не всегда дают возможность обеспечить, ну, в первую очередь, там, в первую смену работу. Развитие сферы образования – одна из ключевых задач, поставленных губернатором. В этом году новые школы появились в Кунашаке, Верхнеуральске, Миасе, Тугайкуле. Правительство делает ставку и на капитальный ремонт уже существующих образовательных учреждений. Для нашего каскадного расписания мы можем уроки физкультуры делать и 2, и 3, но и опять же для экономии аудиторного фонда для нас выход. Современный стадион около школы теперь пользуется популярностью и после уроков. Здесь дети бегают по специальным прорезиненным дорожкам, играют в баскетбол и волейбол, занимаются на воркаут-площадке. Рядом находится и туристическая тропа со скалодромом. Такие объекты для поселка Горняк в новинку. В школе также привели в порядок и спортзал. На спортивное оборудование из общей суммы 8 миллионов было потрачено порядка 3-400. То есть тут полностью обновление идет по инвентарю. Да. Школе почти 90 лет, и за это время капитального ремонта здесь ни разу не делали. Вечно текущую крышу привели в порядок, поменяли окна в спортзале, обновили столовую. Много идей для реконструкции предложили сами ученики, например, какие площадки сделать на стадионе. Сегодня самые активные подростки получили благодарность от вице-губернатора. Школа вошла в программу модернизации школьных систем образования. 17 таких объектов у нас по области, в разных городах и сельских районах. И вот сегодня, меньше чем за полгода, эти работы закончены. И такие масштабные преобразования продолжатся. В следующем году капитальный ремонт проведут в 11 школах, через год еще в 17. Руководители администрации готовят проекты для модернизации, чтобы принять участие в федеральных и региональных программах. Ольга Кокшарова, Дмитрий Бачко, Роман Поротиков, 31 канал.